Седьмой фестиваль моды «Плюс на Волге. Льняная палитра» пройдет 14 июля. Программа в этом году вполне традиционна. Правда, с каждым разом палитра перестает быть льняной. Она скорее ситцевая, сатиновая и шелковая. Но название фестиваля пока менять не собираются. Зато подкорректировали название номинаций, согласно требованиям современной жизни. Деловой летний костюм. Корпоративная одежда в туристическом бизнесе, офис, рестораны и кафе, отель. То есть делают сейчас эти коллекции. Ну, креативные коллекции, конечно. Этнические мотивы в современной одежде. Не знаем, получится ли у нас эта номинация. Ну, и вот новая совершенно номинация. Современное прочтение театрального костюма в спектаклях «Три сестры» и «Вишневый сад». Билеты продают уже сейчас. Стоимость на дневной показ 300-500 рублей. На вечерний шоу-показ 1000-1500 рублей. Что касаемо суровых плесских комаров, то опасаться их не стоит. Набережную, как и во время зеркала, обработают специальным раствором. Хотя часто делать это нежелательно. Во-первых, это влияет на здоровье людей. Поэтому, чтобы сделать так, чтобы комаров не было, это, кстати, не в силах, наверное, администрации любого уровня, но постараемся вот сделать такие обработки, санитарные обработки вот в первый день вот, льняной палитры. На финальном шоу-показе свою коллекцию представит сын Вячеслава Зайцева Егор. Работа еще в процессе. Известно лишь, что коллекция будет изо льна. Впрочем, интриг много. Гостей фестиваля будет развлекать известная российская группа. Какая именно, пока остается тайной. Как, собственно, и имена ведущих. Елена Белова, Олег Мелехин, РТВ Иваново.